Слушай сюда, ты больной крысёныш. Я смотрел на тебя как на забавную шутку для моей старой игры. А вместо этого ты каким-то образом пришел сюда и все испортил. Мы ничего не сделали. Я не отпущу вас так просто, панки. Делай, что хочешь. Ряды в тот же день. Какой чудесный маленький мир. Глянь-ка, даже солнце улыбается. А это ребенок рисовал? Будем на это надеяться. Кто нахуй? Вау, чувак, что за манеры? Меня зовут Girlfriend. Ты бойфренд? Если ты спрашиваешь меня, ее ли я бойфренд, то да. Если ты спрашиваешь о моем имени бойфренд, то технически так тоже верно, но только потому, что я сейчас в игре. Тем не менее, меня зовут Плеер. Ты выглядишь тупо. Я выгляжу тупо? Да ты хоть свой мир видел? Да его как будто Тортер нарисовал. Счастливые улыбающиеся солнышки для детей. Плеер, ты ее расстроил. Это он начал. Зачем ты вообще все это сказал? Ты разозлил Боба. Ты назвал свое солнце Боб? Нет, это я, Боб. Ты выводишь меня из себя, бро. Святая Пресподняя, этот мод так предсказуем. Неплохой косплей на DreamHack-то. Да, ты такой Dream. Популярный майнкрафтер. Майнкрафт? Проехали. Я заставлю тебя страдать. Ёбаный ад, все стало только хуже. Это все из-за того, что ты стебался над ним. Чего это ты так распереживалась? Ты же демон. Ты должна чувствовать себя как дома. Лжец. Приготовьтесь умереть. Я заставлю вас страдать. Ну давай же, глазастик. Серьезно? Это же просто набор звуков. Оно даже звучит паршиво. Еще твои глаза, это просто пиздец. Воу, что за чертовщина? Да, сорян, Боб, но мод какой-то странный. Ты так злишь Боба. Когда мы уже наконец-то вернемся в тот милый мир? Приготовьтесь к главному событию, Боба. Эй, что за... Ох, нет, со мной что-то прост... Окей. Что за чертовщина здесь, блядь, творится? Я видел, как тебя превратили в бургер. Всегда знал, что этот день настанет. А ты кто еще нахрен такой? Зовут Рон. А как тебя зовут, маленький приятель? Меня зовут Игрок. Можем мы уже перейти к части, где я надеру твою задницу в рэп-баттл? Надери его зад, Плеер. С легкостью. Я не проиграю какой-то там пучеглазой папке от Windows. О, да? А что не так с тобой? Да ты хоть знаешь, как ты выглядишь, да ты, да сам, а ты выглядишь, да погоди, да ты выглядишь как, а сам, да ты выглядишь, да ты сам-то выглядишь как, да ты, да выглядишь ты как... Погоди, дай-ка подумать. Окей, проехали, ты недостаточно умен для того, чтобы дать хоть какой-то адекватный ответ. Ох, правда? Ну тогда ты тупее, чем, прошу, остановись. Заткнись, ненавижу Girlfriend, она тупая уродина, а я клёвый. Окей, тогда я просто перейду в режим демона и распотрошу этого идиота. И, конечно же, он заслуживает этого. Ну а перед тем, как ты грохнешь его, мы устроим рэп-битву. Причини ему боль. Ты хочешь рэп? Я умею классно рэпиться. Однажды даже выйдет мод против Рона, крутейшего парня. Я надеюсь, что это не так. Классно спели. Сейчас умру, но умру пиздато. Мне даже как-то насрать на его кончину. Жестоко. Вы победили Рода, он был так крут. Нет, не был. Да что ты вообще знаешь о крутости? Да ты выглядишь как торговец с глазами Эндера. Что? Глаза Эндера из Майнкрафта. Потому что ты все еще выглядишь как Дрим. Помнишь, я говорил это ранее? Разговор окончен.
Слушай сюда, ты больной крысёныш. Неприятненько. Я смотрел на тебя как на забавную шутку для моей старой игры. А вместо этого ты каким-то образом пришел сюда и все испортил. Мы ничего не сделали. Ты был тем, кто убил Рона. Вы расстроили солнышко. И то верно. Господи, да забудь ты уже об этом. Я не отпущу вас так просто. Теперь я спою свою лучшую песню. Панки. Делай, что хочешь. Вот оно значит как. Вы выиграли эту битву. Вся надежда потеряна для меня. Но я всегда буду здесь, наблюдая. Что ж, вот и финал. Это страннейший мод, который мы когда-либо проходили. И жутчайший. Верно. Здесь вообще нет ничего жуткого. Кто это сказал? Здесь, внизу. Это я, Чилипиздрик. Самый мелкий на деревне. Как я погляжу, ты несчастлив наличием этого факта. А ты был бы? Конечно, нет. Не похоже, что у этого будет слишком много преимуществ. А теперь, козырки, чего вам надо? Если честно, то уже закончить этот мод и сваливать отсюда. Да. Вы не туда забрели, холопы. Потому что меня никто не может одолеть. Я величайший рэпер на всей деревне. Ты чё на меня пялишься? Это все потому, что я мелкий? Нет, просто каждый, кто говорил, что он величайший рэпер на деревне, все время мне проигрывали. Были ли они такими же челепидрунтами, как и я? Нет. Значит, тебе пришел конец. Не уверена, то, что твоя логика верна, челепидрик. Большой, маленький, это мое секретное оружие, которое заставляет всех быть в недоумении. Приготовься проиграть, коротыш. Начнем же. О, черт! Моей челепидренности не хватает, чтобы победить тебя! Меняем стратегию! Останови его, плеер! С удовольствием! Окей, он мертв. Замечательно! Окей, давай уже убираться отседова. Забавные моменты. Чего это ты так распереживалась? Ты же демон. Ты разозлил Боба. А Бобус? Глянь-ка. Блядь. Глянь-ка. А я самый пиздатый на районе, йоу. Господи, да забудь ты уже об этом. Потому что никто меня не ода. Если видишь, подпишись.